Сегодня мы познакомимся с вами со специальной линейкой препаратов Happy Dew Intensive Care. В данном случае мы уже видим слегка начинающиеся изменения возрастные и видим на коже следы воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. Поэтому в данном случае мы будем использовать линейку Intensive. Начнем мы процедуру с основных средств из основной линейки. И специальный этап уже пойдет интенсивнее. Мы подготовили кожу, мы провели демакияж средствами из основной линейки, сделали тонизацию и готовы к нанесению специальных средств. Начнем с лифтинг-сыворотки. В линейке представлена лифтинг-сыворотка, которую мы можем наносить как в дневное, так и в ночное время. Если у вас не предполагается макияжа, вы можете нанести сыворотку под крем в дневное время. Если вы планируете многослойный макияж, то сыворотку нанести лучше на ночь. Кожа активно работает ночью, и все активные ингредиенты усвоятся очень хорошо. Наносим сыворотку впивающими движениями. Возможно нанесение по массажным линиям. Массажные линии – это линии оттока лимфатических сосудов. От центра к периферии в верхней части. От центра к периферии в средней части. И от центра к мочкам ушей в нижней части лица. Не забываем про область вокруг губ, сами губы, естественно, мочки ушей. Также не забываем про шею. На шею даже давайте нужно нанести дополнительно побольше объема. Область подбородка. Если у вас есть время, вы можете сделать себе легкий массаж. Сыворотку нанесли, дали минут 10 питаться. Лишнее промокнули. Количество средства не определяет его свойства, поэтому средство нужно наносить достаточно. Если на коже осталось лишнее, просто промокните салфеткой. Сыворотка для области глаз. Достаточно будет вот такого горошка. Если вы планируете нанести на область губ и мочки ушей, тогда две дозы. Наносим поку, не выходя за костный край орбиты. То есть на подвижное веко мы не наносим. Мы наносим исключительно на неподвижное веко. Как сверху, так и снизу. Видите, вот этого количества средства вполне хватает. Не забываем про область губ и про мочки ушей. Легкими похлопывающими движениями, не надо растягивать кожу. Можно сделать перекатывающим таким лимфодренажным массажем с одного края на другой. Здесь от наружного края глаза к внутреннему, здесь от внутреннего к наружному. Область губ и мочки. Дадите средству впитаться, также лишнее промокнете. Ну, на самом деле, вот лишнего здесь не остается. Сыворотки прекрасно проваливаются в кожу, совершенно не оставляя каких-то вот лишних объемов на лице. Все впиталось, нам все комфортно. Завершаем процедуру дневным кремом. В линейке представлены два препарата. Это нейрокрем и пептидный. Оба препарата рассчитаны на кожу с возрастными изменениями. Пептидный крем мы выберем в любом случае либо в дневное, либо в ночное время. Он будет стимулировать нам образование коллагена, будет корректировать начальные возрастные изменения и может использоваться и для профилактики в более молодом возрасте, и для коррекции возрастных изменений у пациентов, ну, скажем, за 40. Нейрокрем мы выберем для возрастной реактивной кожи, более чувствительной к воздействиям факторов внешней среды. В данном случае давайте, наверное, его и нанесем. Объем нанесения дневного крема я вам показываю. То есть это примерно фаланга. Не растягивая кожу, можно сочетать легкие похлопывания, вбивания, как на сыворотках, либо по массажным линиям для более такого противоотечного эффекта. Для вечерней процедуры вы повторяете демакияж из основной серии. Вы наносите активные сыворотки, если не нанесли их днем. И на ночь вы наносите ночную маску. Маска содержит в себе активные ингредиенты, которые идеально работают ночью. Тонким слоем
на всю кожу лица, шеи, декольте. Не забываем про наши мочки. Возможно, нанесение на руки. Утром демакияж и, соответственно, дневной крем.